Это место съемок вы сразу узнаете. Давайте смотреть, а я покомментирую. Главная героиня идет по проспекту Карла Маркса, сейчас Дмитрия Яворницкого. Слева в кадре ЦУМ. Вдалеке видна большая вывеска «Готель». Это гостиница «Центральная». В начале 2008 года ее снесли. Кстати, таких вывесок абсолютно одинаковых было две или все-таки одна. И ее перевешивали с одной гостиницы на другую. Вторая была на гостинице «Астория». Вот снимок из фотоальбома «Днепропетровск, 1989 год». Ну, в общем, загадка. Вдалеке видим киоск «Спортлото». Ну, еще бы! После выхода на экраны и грандиозного успеха фильма «Спортлото 82». Везет же людям! А что случилось? Девчонку, которая ехала со мной в одном купе, заметил? Ну, фирменная такая девочка, да? Что с ней? Выиграла в спортлото 20 тысяч. Да ну? Угадала 6 цифр из 6 в двух вариантах. Я спрашиваю, есть справедливость на свете? Ну, зачем этой девчонке 20 тысяч? Ну, не скажите. Деньги, они никогда никому не мешают. Эта лотерея стала самой популярной в СССР. Но вернемся к обзору. Тут киномонтаж. В предыдущем кадре она идет по направлению к вокзалу, а тут уже поднимается вверх по центральному проспекту к Горному и переходит улицу Дзержинского, сейчас Вернадского.